Моя жизнь взяла и перевернулась разом. Меня посадили в тюрьму. В таких местах о гардеробе не особо заботятся. О, ложись. Ты лезь. Ну, ты же ниже. Да. Люди никогда не помогают с первого раза. Надо упасть в грязь, чтобы они помогли. В свое время я была жизнерадостная, целеустремленным человеком. Общалась, гуляла. Но так получилось, что познакомилась с одним молодым человеком, кому стала очень хорошо относиться, доверять. Один прекрасный день он меня подставил. Он меня попросил принести ему сумку, в которой находились наркотические средства, с которыми меня задержали. На самом деле у всех был шок, потому что дело продолжалось полтора года, и все думали, что все обойдется. И в очередной раз, когда она поехала на заседание, она оттуда просто не вернулась. Приговор был 5,5 лет общего режима в колонии. Я не могла плакать, я не могла говорить. Там есть такая штука, как последнее слово ты говоришь. Я не могла ничего сказать, я оцепенела. Я думала, все, моя жизнь прекратилась на этом. Когда меня привезли в тюрьму, там какие-то непонятные женщины сидели, ну, вообще ужасные. Они давят прям тебя, целая кучка, они там могут сплотиться, отнимать сигареты, еду. Говорят, будешь спать в туалете. Тебя бьют. Заводят, там коптерка такая, где все вещи лежат, и бьют. Да, волосы мотают, вот я это испытала. Не передать, на самом деле, словами не передать. И мне пришла осознанность, что я абсолютно неправильную жизнь вела. Я общалась не с теми людьми, что у меня абсолютно нет друзей. Потому что никто не помог. Я писала дневник даже, выхлёстывала все эмоции туда. Я поняла, что общаться с внешним миром там нельзя. Там люди умирают у тебя на глазах, вешаются у тебя на глазах. Когда я освобождалась, я уже мыслила, я думала, что я сейчас пойду на работу, пойду учиться, пойду туда, пойду сюда, значит, займу себя полностью. У меня были грандиозные планы. И я столкнулась с тем, что никто не хочет брать работу со сроком, с бывшим. Мне кажется, я уже настолько зачерствела, я даже давно не плакала. Я не могу поплакать. Потому что я настолько вот пережила, я столько насмотрелась, но я замкнулась в себе. Очень хочется, чтобы она стала такой же веселой, как раньше. Хочется увидеть ее красивой, новой. И вы ей в этом поможете, я уверена. Здравствуйте. Расскажи, пожалуйста, с чем ты к нам пришла? Ой, пришла вообще с такой бедой. Моя жизнь взяла и перевернулась разом. Меня посадили в тюрьму. Это было из-за наркотиков. Ой-ой-ой. Ну, как глупенькую девочку, на тот момент мне было 19 лет, подставили. И, в общем, 4 года и 8 месяцев я провела в этом ужасе, в этом дурдоме. Тебя досрочно освободили? Да, меня освободили досрочно, но очень с трудом как бы вот это все вспоминать. Вот эту колонию, где мне выдали на весь срок одну юбку и один пиджак. И все, я в этом так и ходила. Ну, Лешечка, ну это же надо понимать, что в таких местах о гардеробе не особо заботятся. Жень, я думаю, сейчас не об этом речь. Вот именно. Поэтому давай мы сейчас эту тему оставим и будем говорить с тобой о сегодняшнем дне. Я устроилась на работу.
Начальница моя узнала, что я как бы пробыла какое-то время в колонии, и вызвала меня и сказала: либо каждый день мне приноси справку о том, что ты не употребляешь наркотики или еще что-то. Ну, так вот, справку с участкового о том, что ты целыми днями проводишь дома, там, да, после работы. Тогда я тебя оставлю. Если нет, значит нет. То есть ты сейчас подавленной себя чувствуешь? Очень подавленной. И я себя мало того, что чувствую подавленной, я во всем виню себя. Ну, мне стыдно, в общем, что я сидела. И мне кажется, каждый человек это знает, видит во мне. И сейчас я что-то скажу, и они будут говорить, да сидит в деревне. Ну, конечно, в глаза не бросается. Ты выглядишь абсолютно нормальной девушкой. Более того, я вижу девушку достаточно ухоженную. Ты, в общем, следишь за собой, как мне кажется. И вообще то, как ты держишься, достаточно деликатно, сдержанно, говорит, с достоинством. И это очень здорово. Поэтому ты зря опасаешься того, что как-то можно тебя считать не так, как ты думаешь. Что ты бы хотела от нас получить в этой программе? Почему ты сюда пришла? Знаете, я бы хотела раскрыть вот это, вытащить из себя изнутри вот эту вот свою замкнутую я, вернуть ее на место, чтобы я что-то добилась в дальнейшем, чтобы я смогла как бы подать хороший пример своему сыну, потому что я ращу сына. И я во время беременности очень поправилась, что бы я ни делала, я не могу вот убрать в себя этот надувной круг вокруг меня. Я бы хотела, чтобы меня, во-первых, научили одеваться и подобрали бы мне образ. Люд, скажи, пожалуйста, вот сейчас у тебя такой переломный момент. Ты пришла к нам, и ты понимаешь, что на всех фронтах у тебя может все измениться. Скажи, готова ли ты сама, во-первых, к этой работе, с твоей стороны тоже очень большой, к большим изменениям, и к тому, что ты действительно выйдешь в этот большой мир новым человеком? Я жду это с нетерпением. Если честно. Но для этого пора действовать. Да? Пойдемте тогда, друзья? Пойдемте. Смотрите далее. Единственное, куда это было бы уместно надеть, это если бы у вас был конкурс пижамных вечеринок. По идее, ты чувствуешь себя сейчас привычно, прекрасно. Ну тяжело же, мужчины, молодые люди, да помогите мне, пожалуйста. Екатерина Веселкова, эксперт по стилю. Люся, привет. Привет. Что меня здесь ждет? Ой, ужасно. Ужасно? Ужасно. Хоть бы кто-нибудь пришел и сказал: Катя, здесь такая красота, только не завидуй. В общем, вот ну так. Ну что, с чем ты ко мне пришла? Вот с таким гардеробчиком, непонятным сборищем непонятных тряпок. Это мой профиль, это то, чем я обожаю заниматься. Тут с другими не приходят. А как получилось, что это оказалось сборищем тряпок, а не красивых вещей? Ну, потому что я вроде молодая мама, немного растолстевшая. Ты так, муж особо на меня не тратится. Тетка меня называет из-за этих же вещей. Значит, он считает тебя теткой, но мне главнее, что считаешь ты. А ты сама себя кем считаешь? Я вообще себя считаю молодой женщиной, матерью, вообще вот такой утонченной личностью вообще, по сути. Ну, что-то вот не получается у меня, правда. Мне нравится то, как ты о себе сама говоришь. Мне нравится, что у тебя нет ощущения о том, что какая-то у тебя заниженная самооценка. Но вопрос в другом. Как тебе кажется, ты выглядишь? Выгляжу я как тетка. Здесь мы с супругом совпадаем, да. Ну что, посмотрим первым взглядом. Вот это что? Это костюмчик. А это не пижама? Да нет, это какой-то костюмчик такой. Какой-то костюмчик? Какой? Куда? Ну, покупала я его как костюмчик. Я ходила с ребенком гулять. Это костюм, который ты носишь на улицу, да. Которым ты гуляешь, которым ты выходишь. Да. И, в принципе, с ним все нормально. Ну да, он мягенький такой, приятный. С чем ты носишь приятные костюмы обычно? Ну, как с кроссовочками. Давай, бери их тогда. Я тебе даю твой приятный костюм. Возвращайся в нем. Спасибо. Спасибо.
А что так скромно? Ты же покупала костюм. Ты в нем кто? Я в нем каталка коляски. Есть какое-то ощущение, что выглядишь очень нелепо в этом? У меня и было такое ощущение, что я выгляжу в этом очень нелепо. Единственное, куда это было бы уместно надеть, это если бы у вас был конкурс пижамных вечеринок. Вы бы все забрались с печеньем, с плюшками, накрылись бы одеялом, включили музыку. Я вспотела. А подожди, об этом никому не рассказывай. А так вообще вид молодой девушки крайне омрачен тем, что она выходит на улицу в пижаме. И для меня то, что ты гуляешь с коляской, это не оправдание. Ты видишь на улице красивых женщин? Вижу, вижу. Ты допускаешь, что у них есть дети и что они тоже мамы? Я вижу даже с колясками женщин, и мне немножечко тоже неловко становится из-за этого, что я иду так, а они идут вот так. Вот так это вот так, как да, принцесса, да. Да? Хочется тебе самой быть принцессой? Очень. Ты почему же у тебя руки тянутся вот сами за таким платьем? Ну, серенькое такое, вроде и спокойненькое, и неброское, и такое вязаное. Я в нем, по-моему, хорошо смотрелась. Вот громко это еще расскажи. Я в нем хорошо смотрелась. Давай, давай. А что ты наденешь из обуви? Я думаю, вот эти вот лодочки. Лодочки? Пироги. Со мной так не пройдет. Это не лодочки. Лодочки – это изящные туфельки на каблучке, на тонкой шпилечке, с заостренным носиком. А я думала, что с заостренным носиком – то лодочки. Бери лодочки. Берем лодочки и идем. И идем. Ну, вот она я. Значит, что ты перед уходом сказала про платье? Ну, что ничего так платье. Ничего так платье. Да. Сейчас разворачивайся к зеркалу. А вот Люся в нем ничего так? Ужасно вообще в нем Люся. А мне нравится, у меня здесь зеркало откровений, да? То есть дома зеркало есть? Есть. Но увидела ты себя... Ну, я вот так вот. А так... И не дыши. В общем, все плохо. Плачевно. Ужасно. Все плачевно. Поэтому будем тебя отучать от плохого... Отучи меня, Катенька, пожалуйста. Отучу тебя. Я тебя никуда не денусь. Я вас очень прошу. Хорошо, договорились. Договорились, я все сделаю. Но прежде чем я это сделаю, я должна тебе показать отличие. Что это такое? За цвет хвалю, цвет яркий. Ну, это топ. Угу. В принципе, он мне висит, он мне нравится. Но он нравится мне только глазами. Я не могу осмелиться его на себя одеть. Давай осмелимся и сделаем это сейчас. Давай. Так. Так смешно. Да нет, не смешно. Так грустно, так нелепо, я бы даже скорее сказала. Ты сама себе нравишься так? Нет. Мне тоже нет. Подбор верха снизу, выбор силуэта, он абсолютно провальный. Если у тебя есть ненужные килограммы, не надо так открывать плечи. Есть ведь? Да. Говоришь же, что хотела бы похудеть. Да. Если у тебя они есть, значит, никакая драпировка здесь не может быть, потому что она еще больше создает эффект, что на тебе все так разъезжается, потому что мало. Если у тебя есть какие-то лишние складки здесь, значит, планка любая, она подчеркнет, и все будет висеть, и еще лишний раз подчеркивать то, что есть какие-то проблемные места. А ведь выгодных сторон у тебя очень много. Красивая внешность, ты привлекательная женщина, у тебя прекрасные ноги. Единственное, о чем я уже хочу тебя попросить, чтобы ты сейчас подписалась на какую-то жесткую диету, но чтобы у тебя появился стимул к тому, что... Уже совсем скоро, через несколько дней, у тебя будет новый гардероб, и чтобы тебе хотелось, чтобы он на тебе сидел лучше, чем сидят на тебе сейчас твои вещи. Есть у тебя такое желание? Конечно, у меня есть такое желание. Мне кажется, следующая наша встреча, я обязательно не такая буду толстая. А я оптическими иллюзиями еще помогаю тебе стать легче и принцесснее. Договорились? Как это звучит замечательно. Конечно, договорились. Ну все, тогда я прощаюсь с тобой. До новых встреч. Все, пока. Пока, до встречи. Пока, дорогая моя, пока. Здравствуйте. Здравствуй, присаживайся.
Спасибо. Андрей Кухаренко, психолог. Скажи, а что тебе кажется в данный момент не можешь преодолеть? Не могу преодолеть то чувство неловкости перед людьми. Чувствую себя ниже вас, даже я не знаю почему, в смысле ниже. Ну, ложись. В социальном плане. Ложись. Вот так. Не, на пол ложись. На пол прям? Да. Это ты села, а ты ложись. Прям лезь. Ты же ниже? Да. Ну, ты сейчас себя чувствуешь ниже в социальном плане. Вот всегда вот примерно вот так вот. И я боюсь говорить с людьми, даже боюсь порой смотреть им в глаза. Ну, так. Сейчас нормально смотришь. Потому что, ну, я думаю, что они видят меня насквозь. А насквозь это что? Вот? Видит. Подожди. Что я тут вижу насквозь? Какие органы? Душу, я про душу говорю. Мое прошлое. Где это прошлое отражается? Покажи, в каком месте? В глазах, с манерой разговаривать. Нормальная манера. Ты как себя чувствуешь? Ужасно. А что ужасного? Но мне неудобно с вами так разговаривать. Подожди. Ты говоришь, что ты чувствуешь себя ниже по социальной лестнице. Угу. Так, Люсь? Так. Ну, значит, это состояние тебе привычное, согласна? По сути, да. По идее, ты чувствуешь себя сейчас прекрасно, привычно, прекрасно. Но я не хочу так с людьми разговаривать, я не хочу так себя чувствовать. Я хочу на одном уровне с людьми общаться. Вопрос не в проблеме, а вопрос в том, что хочешь поменять. Хочу стать смелее. Ну, стань. Прямо сейчас. Как? Подумай. Я могу просто встать и сдавать. И наплевать на то, что вы просили меня лечь. Так и сделаю. Стала смелее? Ну, да. Я пошла наперекор. Какими своими действиями я тебя понуждал лежать? Никакими. Ты слышал от меня команду, сколько времени тебе лежать? Я могла и не ложиться вообще. Могла и не ложиться? Ну, получается, что я во всей своей жизни так сама себе выдумываю вот эти проблемы. Ну, исходя из того, что вот только что произошло, ты сама себе многое-многое напридумывала. Согласна? Да. Получается, что ты живешь в неких стереотипах, да. И им следуешь. А вот, например, почему я боюсь там спросить что-то, попросить о помощи? Чего боишься? Может быть, какой-то вот ответа, может, отказа или осуждения какого-то. Правильно ли я услышал? Для тебя было бы хорошим результатом научиться в ближайшее время просить. Угу. Я понял. Мы с тобой увидимся через некоторое время. Хорошо? Хорошо. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Знакомься, пожалуйста, это Люда, очень это приятно. Камиль. Очень приятно. Люда смотрит на тебя, видишь, сколько надежды во взгляде. Ну, я смотрю, вы улыбаться не стесняетесь, но есть небольшие проблемы. Зубы разного цвета, это коронки, наверное, да? Да. Понятно. Ну что, присаживайтесь, посмотрим. О, открываем. Есть еще и зубов, нет, да? Так, ну что, сразу вижу. Нужно имплант ставить, обязательно. Коронки придется менять. Я предлагаю сделать моделирование компьютерное, чтобы увидеть результат. Сейчас буду делать фотографию на память. Чиз. Улыбаемся. Ну что, как мы получились? Класс! Отлично! Так, но я еще не удержался, я отбелил немного зубы. Готовы? Да. Так будет выглядеть имплант с коронкой. Как замечательно. И это вот улыбка. Что, ты рада? Очень рада. Потрясающе. Вот это уже почти Голливуд. Пациент у нас уже готов. Весь в доверии, весь в ожидании счастья. Ну что, приступим? Счастливо. Тогда, ребят, пока. Пока.
Люся, дорогая, знакомься, это Елена. Очень приятно. Мне тоже очень приятно. Люся очень молодая, красивая, интересная девочка. Но если мы обратим внимание, у Люси наметились носогубные складочки. В этой области мы видим мелкую сеточку морщин. Мы видим мелкую сеточку морщин в области глаз. И вообще вот по всему лицу мелкая сеточка, она присутствует. Это не что иное, как признак обезвоженности. И мы постараемся восполнить этот дефект. Мы разгладим сеточку морщин. Вот эти морщиночки придут в норму. Будет более наполненное, свежее, здоровое лицо. Мне все нравится, мне все нравится. Ну что, на этой ноте я вас оставляю в надежных руках Елены. И пойду уже тебе подбирать гардероб. Оставляю вас тогда, девчонки. Пока-пока. Пока. Пока. Смотрите далее. Ты их просишь трахнуть тебя или ты о помощи просишь? Поэтому я вынужден вам отказать. Муж даже сказал, что я сам более сексуальная. Ничего себе! Люсь, скажи, пожалуйста, после нашей беседы что-то прояснилось в голове или вообще туман? Я им не сказала, что прям вот все конкретно прояснилось. Надо помочь? Да, обязательно. Ложись. Опять? Опять, да. Надолго. Откуда же я знаю это? Слушай, а тебе по-прежнему тяжело просить? Я не пробовала. Первая часть эксперимента заключалась в том, чтобы как раз Люся нашла в себе силы попросить. Не мысленно, там, не еще каким-то образом, а вот именно прокричать, что ей нужна помощь. Слушай, тут люди стоят, они тебе, надеюсь, попроси их о том, чтобы они тебя освободили. Люся была поставлена такие условия, что или она просит, ну, или она травмируется. Понятно, что мы бы не допустили до этого, но тот груз, который лежал на ней, и этот груз символизировал ее собственные представления о себе самой, он достаточно высокий. Молодой человек, помогите мне, пожалуйста, мне это тяжело. Ты пока играешься. Ну тяжело же, мужчины, молодые люди, да помогите мне, пожалуйста. Ты их просишь трахнуть тебя или ты о помощи просишь? Помощи. Ну так и проси о помощи. Помогите, пожалуйста. Заори так, чтобы стало понятно. Помогите! Ты сейчас играешься. Да как я не знаю, что здесь? Как еще заорать? Господи, да помогите, пожалуйста, уже. Боже, не могу. Помогите! Не, это маленькая девочка в песочнице ковыряется. Я правда больше не могу, мне тяжело. Ну так крикни. Помогите! Ну и каково это просить-то? Это унизительно. А в чем унижение? Потому что люди никогда не помогают с первого раза. Надо упасть в грязь, чтобы они помогли потом. Тебя задавили, растоптали. Как считаешь, чем твоя вот завершающая просьба отличалась от первой? Да тем, что стоны уже были, крики о помощи. Вопль, не, даже как этот звук назвать, я даже не знаю. Ну, то есть это было уже по-настоящему? Ну да. Обрати внимание, когда просишь по-настоящему, помощь приходит. Ну, приходит. Давай проверим? Да. Ну, вставай. Люсь, 5 столов, 5 кредитных экспертов, которые принимают решение, выдать деньги клиенту или отказать. Помнишь, какая у тебя мечта? Да. Какая? Хочу открыть магазин.
магазин детской одежды. Да. Правильно? Угу. Итак, тебе важно рассказать о своем проекте таким образом, чтобы человек тебе поверил, поверил в твой план и принял какое-то решение. Готова? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам нужен кредит, насколько я понимаю, да? Да, мне нужны деньги. Сумма какая? Вас интересует? Я думаю, около 3 миллионов. Около 3? Да. У вас хорошая кредитная история? Была? Да. То есть все кредиты погашены, да? Да, один всего. Один? Да. Да. А на какую сумму был? На 26 тысяч рублей. 26 тысяч рублей, а сейчас хотя взять 3 миллиона? Да. Вы знаете, ну, наш банк, скорее всего, на личном состоянии диалога сейчас не может принять решение. Мы, скорее всего, подумаем. И вам тогда перезвоним. Спасибо. Я тебя прошу, обрати внимание на свои интонации. Угу. Тебе важно говорить уважительно, уверенно. Ты просишь. Я хочу открыть магазин, благотворительный магазин. Мы коммерческая организация, а не благотворительная. Поэтому, с учетом всех рисков, я вынужден вам отказать. А проблемы с законом были? Нет. У нас служба безопасности все проверяется, так что если какие-то проблемы были с законом, соответственно, говорите сразу. Людмила, я вынужден вам отказать. Ты сдалась? Нет. Тормози. Ты идешь брать кредит на похороны или на что-то иное? А? Ну, тогда приводи себя в порядок. Сейчас я приду себя. Здравствуйте. Добрый день. Я хочу взять кредит для открытия магазина детской одежды. Вы знаете, у меня есть бизнес-план и прогнозы на будущее по работе этого магазина. Риски все учтены? Мы учли все, все возможности, все минусы и плюсы. И даже выбрали неспроста вот эту вот детскую одежду, потому что это очень рентабельно. Ну что ж, внушайте доверие. Сегодня тоже хорошее настроение, солнечная погода. Я вам подам. Спасибо. Подам деньги. Спасибо. Спасибо вам большое. Убедилась в том, что люди не видят во мне, что я выгляжу абсолютно адекватным, нормальным человеком, что я выгляжу привлекательно для людей, мало того, что и они чувствуют ко мне симпатию. Раньше казалось, что люди видели мое прошлое во мне, а не меня. Это важно. В себе самоутвердиться. Мы вас поздравляем. Приходите еще с почином. Да. Ура! Ура! Я очень доволен результатом эксперимента. Люся наконец-то стала достаточно свободно выражать свои мысли. И, как мне кажется, она сделала первый шаг, чтобы легко принимать отказ. И если вначале для Люси это прям было видно, что это такой очень жесткий удар, то позже Люся уже принимала отказ гораздо спокойнее. Привет. Да, привет. Ты так торопишься к новому гардеробу? Да, скорее всего, мое. Так, секундочку. Но уже знаешь, что хорошо? Что у тебя появились какие-то желания, что у тебя вот эта вот какая-то твоя робость, твое стеснение, такая зажатость, она... Пропала, ушла, убежала, да? От меня, конечно. Муж даже сказал, что я сама более сексуальная. Ничего себе! Да. Знаешь что, тогда будем сразу мерить? Да. Сразу будем мерить платье принцессы, королевы. Вот такой вот, чтобы весь мир упадет, подождет, и будут лежать штабелями, и не встанут, и ты будешь перешагивать. Да, я готова. Ты помнишь, какое у тебя до этого было платье? Ох, да. Серая такая мышь, обтянутая как? В трикотаж. Макарон или как это? Лапша. Лапша вязаная. Теперь закрой глаза, закрой. И что ты мне скажешь вот теперь на такое платье? Как интересно. Какой красивый цвет, какой рисунок. Королевский? Я очень хочу померить это. Хорошо, все, сразу забирай, сразу. И это сразу тебе королевский зеленый, держи. Дальше, твои любимые лодочки будем мерить? Ну, это отличается очень от моих тех лодочек. Ну что, пригоди ко мне скорее, я принцесса. Пошла. Давай. We'll be right back.
Какая девушка красивая. Ну, муж прав, я хочу тебе сказать. Серьезно? Да. Ну, а ты сама не видишь? Я еще не успела себя посмотреть. Давай, поворачивайся. Вот это платье. Здорово. Великолепно. У тебя такой обойный рисунок. Это викторианские обои. Были во дворцах у французов, у англичан. А сейчас бах, и на люди на наши. Я тоже себя чувствую какой-то принцессой. Как будто это вот моя одежда. Всегда она была моей. И, наконец-то, я достала из своего шкафа и отделала. Ты просто была такая несправедливая, что она до тебя не добралась. А ну, сейчас она у тебя. Скорее всего, да. Знаешь, какая еще гигантская несправедливость была у тебя в гардеробе? Какая? Вот это вот пижамный комплект. Точно. Вот эти вот брюки серые, сидеть у костра в лесу. Хочешь посмотреть, как должны выглядеть красивые брюки на красивой девушке? Очень, очень. Ну что, давай что за вопросы? Вот так вот. Какие интересные брюки. У тебя появляется такой тренч-коут, а синяя блузка и брюки. Бесподобный комплект. Оставайся, пожалуйста, в своих лодочках, и я тебе еще выдам вот такую вот сумочку. Потрясающе. Ну, давай. Я тебя жду. Спасибо, я побежала. Беги-беги. А выражение лица-то какое? Вы только посмотрите. Деловая мадам. Деловая мадмуазель. Ты завыла, ты принцесса. Да. Как тебе? Мне кажется, очень потрясающе. Можно я посмотрю? Можно. Мне кажется, потрясающе. Вот так и царевна. Конечно, смотри. Какая я элегантная женщина. Не женщина, а девушка. И девушка. Я ж покраснела. Покраснела? От радости, от такой. Ну, слушай, ну, есть от чего покраснеть. На тебе все собраны самые вообще модные тренды. У тебя тренч-коут, такое облегченное пальто. Оно может быть летним, может быть осенним на такую начинающуюся осень. Яркие сочные цвета, два таких цветовых акцента, красный и насыщенный синий. И такой вот геометричный принт из 60-х. Правильная укороченность брюк, то есть когда брюки жесткие, имитируют такой стиль ретро, они могут не прикрывать каблук, а быть укороченными, как у тебя сейчас. Давай немножко поиграем в такой уже более уличный стиль. Это тоже платье, такой вот тоже приглушенных тонов бомбер. К ним у тебя появляется уже новая сумочка, вот такая. И вместо лодочек к ним на смену приходят ботильоны. Спасибо. Жду тебя. Я пошла. Давай. Что вы мне скажете, барышня? Я такая легкая и воздушная, как пёрышко. Ну что, я тебя поздравляю, у тебя помимо такого нарядного праздничного платья по случаю, да, появилось платье, которое просто на каждый день трикотажное. Я не видела, можно посмотреть? А вот нельзя. А вот нельзя, верь мне, что ты красивая. Ну смотри, конечно, я считаю до трёх. Секундочку. Здорово. Просто замечательно. Нравится? Да, очень. Все, придется сейчас все это здесь оставить, снять. Потому что мы с тобой в такой красоте к Жене не пойдем. Мы сейчас переоденемся. И вот такой вот будет у нас теперь в следующий раз у Жени, потому что он будет делать тебе что? Марию Антуанетту продолжать уже. Вавилоны, наконец-то. Вавилоны! Давай закажем вавилоны. Давай придем и скажем, Жене, у нас заказ, мы хотим вавилоны. Пусть что хочет, что делать, эта информация. Скажи. Да. Договорились? Именно так и скажем. Идем тогда? Бежим. Евгений Седой. Ультрамодный парикмахер. Дири-дин-дири-дин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тебе помочь, Жень? Привет. Привет. Нет, не надо. Мне помогать, я сам справлюсь. Привет. Привет, Люсь. Тяжело тебе было отучать от таких нарядов, Люсю? Вообще на раз. Ты представляешь, вот перевоплощение. Вошла в жаккарде, вот короны только не хватало, и идет царской походкой. Сказала все. Я теперь буду так жить, да? Я способная. Способная, точно. У нас был такой вот тайный секретик. Говорит, я уже не закажу вавилоны. Вавилоны. Фонтаны Парижа. Фонтаны Парижа, и Версаля. Да. Такого мы, конечно, себе не позволяли никогда. Вот так выступать безвкусно. И как про вавилоны говорят, меня начинает потряхивать изнутри. Я начинаю пугаться, да. Я начинаю думать, господи, что я туда подложу? Что? Что?
Все, я больше не могу тебя оставлять в страхе. Я ухожу. Давай, пожалуйста. Но я уже знаю, интриги не будет, потому что Вавилон ты не сделаешь. Да. Все. Пока. Ну, мы с тобой сегодня сделаем то, что тебя отличит именно тем, что ты станешь модной. Поэтому затаила дыхание. Выдохнешь, когда я скажу. Люсь. Помимо того, что у тебя разный цвет волос на концах, на середине, так у тебя на корнях еще есть седина. Несмотря на то, что ты молодая девочка у нас еще. Но чтобы исправить все эти недостатки, мы должны выбрать с тобой правильную краску. Поэтому мы сегодня красимся профессиональной краской «Эстель», в палитре которой широкий спектр оттенков, в каждом из которых есть свой неповторимый нюанс. Золотистый, бежевый, холодные, нейтральные. Все это позволит нам подобрать цвет, учитывая именно твои индивидуальные особенности. А благодаря уникальным технологиям мы получим не только роскошный цвет, но и сохраним качество волос. А качество волос у нас важно для чего? Для всего. Для стрижек, для легких укладок. И вообще, чтобы выглядеть потрясающе с утра до вечера. Ну что, песни поем? Привет, Люся. Привет. Привет, да, Женечка. Сердечко, привет. Юрий Столяров. Звездный визажист. Слушай, мне так нравится, что Люся позволяет себя называть Люсей. Просто куча людей почему-то считает, что это имя их недостойно. Мне кажется, это очень ласково, даже прикольно. И красиво. Красиво. Люсьен. Люсьен. Люси. Да. Люсьен. Люси, это уже прям приплыли. Про собаку была песня такая, да? Да, Газманов. Все, ребята, давайте. Люсенька, тебе придется все-таки немножко заплатить за красоту. Красота требует жертв. Я сейчас говорю о времени, которое ты будешь тратить каждый день на макияж. А про макияж вы поговорите у тебя в студии. А если вы хотите поговорить про макияж и прически, приходите к нам на программу. Но только обязательно запишитесь на кастинг по адресу, который видите сейчас внизу экрана. А прямо сейчас мы отправимся с Люсенькой говорить про макияж. Пойдем. Пойдем. Ура, я буду подслушивать. Люсь, первое, что я заметил, когда тебя сегодня увидел, мне кажется, ты похудела. Да, я похудела на 4 килограмма. Дай 5. Люсь, так держать, но при этом немножечко осунулось лицо, так бывает, потом это обязательно пройдет. Продолжай делать массаж подбородку, у тебя прекрасные контуры лица. Я часто вижу у девушек кожу, склонную к появлению черных точек. От них легко избавиться специальными средствами, например, очищающий лосьон Clean & Clear «Защита от черных точек». Он не просто очищает кожу, он устраняет причину появления черных точек. Это омертвевшие клетки кожи, загрязнения и жир, которые забивают поры. Просто водой эти загрязнения не смыть. К тому же лосьон содержит экстракт алоэ и ромашки, которые успокаивают кожу. Замечательно. А для того, чтобы при чуть похудевшем лице и ты продолжала смотреться очень свежо, мы сегодня будем делать фреш-макияж. Готова? Да. Давай. Смотрите далее. Мы со своей работой справились на отлично, как всегда. Слушайте, мы как про покойную вообще говорим. Люся была доброй. Ранее в программе. Моя жизнь взяла и перевернулась разом. Меня посадили в тюрьму. О, ложись. Прям лезь. Это же ниже. Да. Люди никогда не помогают с первого раза. Надо упасть в грязь, чтобы они помогли. Люсенька, ты сногсшибательная красотка, но тебе есть над чем работать. 4 килограмма, согласись, это еще не все. Согласна? Согласна. Нужно двигаться в этом направлении. И, кстати, у меня есть для тебя подарок. Я тебе дарю линию средств для активного похудения. Например, кофе-капучино Turbo Slim с изысканным вкусом имбиря и корицы. Свой обычный кофе ты сможешь заменить этим вкусным напитком, который может тебе помочь еще и снизить вес, сжечь жир и контролировать аппетит. И вкусно, и для фигуры полезно. Но, пожалуйста, не забывай про занятия спортом. И правильное питание. Питание, кстати, очень важно для кожи. Для всего питание очень важно. И для волос, и для кожи, и для фигуры, и для всего. Поэтому мы ненадолго с тобой отставим наш подарок в сторону.
Здорово, спасибо. И завершим наш образ. Да, скоро финал. Так, давай уберем подголовник, он мне будет мешать. Пожалуйста. И снимаем шапочку. Люсь. Да. Если бы ты себя сейчас видела, ты бы, мне кажется, сошла с ума. У меня колотится сердце. Ну что, ты готова? Да. Раз, два, три. Тихо, лицо! По рукам! Вот это да! Я в шоке. Ну что, традиционно самый главный момент, когда к нам выйдет абсолютно новая Люся. У нее такая группа поддержки, красивая, многочисленная, с цветами. Давайте начнем с вас. Кем вы приходите с нашей Люси? Николай, муж. А вы, две милые барышни? Подружки. Подруги. Сейчас нас будем пытать. Отвечать надо только правду. Какая Люся вот до того, как она пришла, какая она была? Расскажите нам. Она была... Правда, правда. Замкнутая, угу. Да. Есть, конечно, момент с рождением ребенка, вот, соответственно, больше стала уделять времени малышу и немножко стала забывать за себя. Просто было некогда. А какой вы теперь хотели бы ее увидеть? Она же сейчас выйдет другая. Огонь в глазах должен появиться. Там. Так. Блестеть должны, стимул новый появиться. Угу. Ну что, давайте тогда не будем откладывать этот момент. Мы сейчас позовем к нам Люсю. Готовы ли вы? да. Я не вижу даже, что кто-то волнуется. Кто я волнуюсь, очень, я очень волнуюсь. Кто больше волнуется, вы, Оксана, или Николай? Николай, он просто, мне кажется, скрывает свое волнение. Ну что, давайте тогда позовем Люсю. Я считаю, что будет самое правильное, если это сделает Николай лично. Люся, выходи. Никак. Этот показ будет длиться полчаса. На подиуме наша звезда. В ожерелье, в платье принцессы, с новой прической, с макияжем. А сколько экспрессии экспрессии. А будьте добры, скажите, как вы себя, как вы дожили до этого? Скажите, как вы себя чувствуете в этом образе? Чувствую себя прекрасно. Как будто я всю жизнь была принцессой, только росла маленькая. И вот выросла я, диснеевская принцесса. И расцвела, да. И что, а внутри тоже появилось что-то принцессное? Ой, внутри как будто все перевернулось, ног на голову. Я была вот такая вот неуверенная в себе. Я боялась вот так вот одеться, боялась вот так накраситься, боялась выйти вот так вот. И я думала, что, не знаю, люди меня будут не так воспринимать. А сейчас я полна уверенности, я полна сил. Я полна любви, энергии. Говори, не останавливайся. Мы подзаряжаемся от тебя. Смотрел. А самое главное, Люсь, ты теперь не боишься выражать свои эмоции. Пляс хоть прямо сейчас. А супругу давайте слово дадим. Супруг, что с вами происходит? Красотка вообще. Я очарован. Влюбился, как в первый раз. Ничего себе! Спасибо большое. Ну что, девчонки, как теперь в таком виде подруга ваша будет дома сидеть? Вот в таком вот платье? Она не будет дома сидеть. Не будет? Нет, мы теперь ее будем выгуливать почаще. Да. И не просто с коляской, а уже более серьезные мероприятия тебя ожидают. И излишне, наверное, спрашивать, что ты почувствовала в зеркале, когда мы тебя развернули. Для меня было очень шокировано видеть такой цвет, такой макияж, такая прическа. Я наберусь, конечно, отойду. Мне придут слова. Вернется ум, а то он у меня уплыл. Далеко. Вернется ум. Почему женщина, как только становится очень красивой, сразу пропадает куда-то ум? Я себя чувствую на все 100. Я принцесса всей вселенной. Браво! Принцесса, спускайся к нам тогда.
Катенька, а эти букетики я бы хотела вам. Спасибо, как приятно. Я взяла, вырвала. Из рук. Спасибо большое. Дайте поцелуй. Спасибо большое. Как приятно. Вот есть какие-то желания? Вот прямо сейчас. Я хочу выпить шампанское. Может быть, тогда шампанское в студию. Сейчас я себя чувствую на все 100. Незамкнутый в себе, открытый для всего мира. Вот какое себя сейчас на данный момент чувствую. Когда Людмила вышла на подиум, во мне что-то перевернулось там. Воспылали те чувства, страсть, эмоции, те, которые переполняли меня, когда я встретил ее впервые, вот, и влюбился в эту девушку. Что-то подобное я ощутил сейчас. Хочется, очень хочется делать ее счастливой. Каждый день. Гупи, ты все забываешь, чего. Я иду, сразу Юси наливаю, да? Встань пока нормально, ребят. Еще ничего не случилось. Катя волшебница. Начал шампанское. Мы первое желание исполним. А все остальное это уже к мужу. И все, и пойдем. Давайте, господа. Она была бы дура, если бы ей не понравилось. Мне кажется, просто супер. А Люся не дура, это тут. Люся однозначно не дура. Потрясающая. Такая кокетливая. Но она и была кокетливая. Слушай, откуда такая красота? А от земли русской, откуда? Да? Смотрите в следующей программе. В своих встречах я не заходила дольше поцелуев. Я бы хотела элегантное платье, но не просто сексуальное, чтобы с намеком, что я хочу серьезных отношений. Модные штаны. В самом тренде. Таня, боюсь, на этом перезагрузка заканчивается у нас с тобой. Какое ты впечатление производишь на своих одногруппников? А если у вас девушка? Есть. Тогда не буду вас добивать. Невероятно.